Ой, это всем привет, и это свет салона Passat B3. Вот такой вот у нас тут потолок, и вот так вот он светит. Ну, толком он, конечно, особо ничего не освещает, поэтому я его хочу переделать. Вот его я снял. Вот. Снимается он элементарно просто. Вот. Затем мы его отсоединяем здесь от разъема. Вот. И несем паять. Смотрите, нашел я вот такую пластмассочку из какой-то радиотехники. Вырезал как мне надо. Буду ложить ее вот этой вот стороной, где нету ничего, чтобы она не замкнула. То есть ее можно спокойно вот так вот вложить, приклеить сюда, и будет все огонь. Можно просто ее туда бросить. Ну, я буду ее фиксировать термоклеем. Вот. Лампочка сгоревшая. Я к ней вот сюда вот припаяю плюс-минус. Воткнул лампочку, вложил. Термоклеем чуть-чуть капнул. Она висит, поставил вот так вот стеклышко, и все, огонь будет. Ну что, поехали пока дальше. Я все спаял, припаял, подсоединил его в машине, все загорелось, все работает, потому что мне надо было знать, с какой стороны плюс, с какой стороны минус. Все нашел, все работает. Сейчас я термопистолетом, термоклеем заизолирую вот эти вот все места, чтобы нигде ничего не закоротило. Также ее посажу на место. И на этом будет все. Ну и вот как это получилось. Вот он термоклей. Вот она. Хоть он здесь в принципе и нафиг не нужен, но я все равно делаю. Потому что здесь провод не заизолированный. Чтобы он никуда там не закоротил ничего, я это все делаю и припаиваю их с обратной стороны. Вот так вот к лампочке. Чтобы если что-то с ней случится, ее в любой момент можно вытащить из этого плафончика и поставить сюда лампочку. И всегда будет свет. Это все запчасти, все они когда-то сломаются. Когда-то их придется менять. Поэтому то ли курочить сразу сейчас, или же все сделать аккуратно и потом ничего не курочить. Вот можно ее здесь оставить просто, но опять же я делаю сюда термоклей, чтобы она висела, не болталась и от нее не было никакого лишнего шума. Вот этот термоклей, он легко удаляется ножом, следов после себя не оставляет, если его аккуратно удалять. Если удалять так по-колхозному, то конечно он оставит после себя следы. Так, ну а теперь идем ставить в машину. Согласитесь, это гораздо ярче, чем то, что было. Светит. Ну, толком он, конечно, особо ничего не освещает. Прям. Ого-го. Вот такой вот свет. Ну вот, смотрите, как получился свет в салоне. Вот. Темнота, открываем дверь, опачки, и красивый белый свет. Теперь закрываем, оп, красота.